Учителя и воспитатели детских садов Арсеньева собрались на станции юных натуралистов экологического отделения Центра внешкольной работы, чтобы почувствовать себя в роли ребят, которые в следующем учебном году придут сюда на экскурсию вместе со своими педагогами. Наблюдение за работой необходимо отмечать в дневнике эколога. Деревья Приморского края. Ручки вручили, а нам страшно писать, не хочется портить листочки, но пишем. Сосна обыкновенная, вон там мы ее прошли. Чиз, тоже обратите внимание, какой пушистый куст, чтобы понимали люди, какое пушистое все. Кедр, или это неправильно, это простонародье кедр, а на самом деле сосна корейская. Новая экологическая тропа открывается в Арсеньеве. Мир растений, который нас окружает, вроде всем знаком, но таит еще очень много интересной информации о деревьях, кустарниках и цветах приморской тайги, которую многие не знают. В Приморье есть особо охраняемые природные зоны, где разнообразие растительного мира еще больше. В помощь настольная игра «Заповедное Приморье», которую придумали специалисты ЮНАТКИ, выпустили ее на средства федерального гранта и раздают школам и детским садам. Мы живем среди таких заповедников, и многого мы не знаем. И очень интересно вот в виде игры узнать, да, какие-то новые деревья, что-то, кустарники какие-то, то есть чтобы мы знали свою фауну, флору, как говорится, среди чего живет приморский человек. Вот, ну, интересно детям также вот посчитать, сколько хвоинок у растений. Очень много загадок остается, ну, белых пятен в знаниях ребят, вот, тем более, ну, такое разнообразие нашей приморской тайги. И как бы научную составляющую мы подсказали им, конечно, чтобы именно вошли в эту игру именно те виды, которые не очень известны. Но, несмотря на это, есть и которые общеизвестные представители растительного и животного мира. Экологическая тропа, которую оборудовали на ЮНАТКИ, вместе с настольной картой «Заповедное Приморье» позволит ученикам и педагогам лучше узнать свой родной край. А во время школьных каникул по новому экологическому маршруту пройдут сотни ребят, которые будут набираться сил в летних лагерях.